Валес приехала на тест-драйв нового вездехода. Поедем мы не с кем-нибудь, а с Костей, академиком. Господа, доброго дня, добро пожаловать на этот неострим. Сегодня в одну боевку, но с очень царской поддержкой, есть желание все-таки Марию пройти. А поддержка у нас сегодня, вы посмотрите, просто какая жуть. Значит, подобную технику вы уже видели у меня на канале, в видео про эвакуацию болотохода. Только в прошлый раз эта техника была не эта, а похожая этой техника была желтого цвета. Это все те же ребята, lomales.ru. И они в этот раз делали вот. Если кому интересно, вот здесь узнаете всю информацию вообще без проблем. Они есть и в ВК, и где только их нет. У нас теперь есть машина, которая стала мощнее, которая стала крепче, которая стала на другой трансмиссии. Это первый опытный образец, который был собран вчера. И есть один момент, который чуть напрягает. Сегодня мы присутствуем на испытаниях этой техники. То есть это значит, что идеальными испытания считаются тогда, когда что-то сломалось. Чтобы устранить то, что сломалось, и больше бы оно не ломалось никогда. Интрига. Мы начинаем. Так, Юр, ну что, готовы? Готовы, всегда готовы. Так. Ты, как всегда, в какой-то блудняк поедешь. Что, осталось место? Да, последнее. Это было круто. Да? Ну конечно, а что? А? Вентилятор. Рано, рано, я чувствую здесь скоро. Я так понял, особо не напрягались, да? А? Я так понял, особо не напрягались. Вообще. Остановились. Заехали на третий, выехали на третий. Остановились и дальше поехали. Даже ни разу не буксанули. Пока никаких проблем нет. Техника работает. В штатном режиме. Все отлично, едем дальше. Далее, господа, у нас условно непроходимое препятствие. Вот эта точка. Ее может пройти только, наверное, шишига или что-нибудь типа там на 50-х колесах. Это еле проходимо для техники обычно на 42-х, там 44-х. И вот та маленькая объездка, она проходима только для НИФ. Вот по ней поеду я. То есть вот эта штука, она довольно злая, но есть нюанс, что в нее влезает только Нива. УАЗик между этими двумя деревьями уже не пролезает, его закидывает сюда на бок, и, как вы знаете, в случае с УАЗиком Лехи Капичева разбивается лабаш вот об это дерево. Поэтому я поеду здесь, как бы есть еще просто объездка, вот видно, что до нас кто-то шел, и он прошел объездкой. Вот здесь, видимо, хотели сберечь технику, или техника была попроще. Но если их догоним, то узнаем. Поэтому я предлагаю болотоход пустить здесь. Это, грубо говоря, самый ад. Вот его прямо будет проблема. Пацаны, я предлагаю здесь вам идти. Да, опасненькая штучка. Тревожная. Да выдержит. Дим, давай, что, поехали. А, ну, если можешь, то попробуй, посмотри сначала, что тут. Не, я имею в виду, что готовы. Тут какой-то да, жесткий этот снимаю. Самый. Подъем, блин, ну я не знаю, я бы здесь не поехал, это точно я могу сказать. Поэтому мы и не едем. Не знаю, вот здесь опасно, мне кажется. Вот это то место, где не поеду.
Блин. Вот сейчас это был уровень. Да. Это вот был... здесь шишиги борются прямо. Ребята, это, блин, да, это непонятно, что вообще. Причем я хочу затащило. Заметить, на полностью накачанных колесах ничего не стравливали. Да. На полностью накачанных колесах, да. Еще пока не травились, да. Уф, да. Волнительно, да. Ну, слава богу, проехали. Тут для каждого размера своя канава. А, Костя решил поехать по этому самому, по более легкому маршруту. Ну. Ну, слушай, у него колеса поменьше. Ну, то да. А бампер ему мешает. Бампер мешает, да. Прикольная тачка, да? Так? Ну да. Ну что такое? Класс. Тоже проехал. Красота. Господа, эпохальнейшее место, так называемый первый ручей, на котором обычно уже начинаются первые серьезные потери. Здесь у вас есть множество дорог, вы можете выбрать любую из них, и любая из них непроезжабельна. Вот в чем проблема. Потому что везде очень глубоко. Хотя я смотрю, вот по следам, как сейчас ребята шли, это надо туда запрыгнуть, сюда запрыгнуть и сюда запрыгнуть. Но это только начало. А далее после этого они пошли сюда. Я чувствую, что мы пойдем сейчас так же. Потому что все вот это, вот это все уже исследовано абсолютно. И везде здесь все очень плохо. Но не для болотохода, конечно. Оп! Болотоход специально едет с максимальной загрузкой, 7 человек. Считается, что это максимальная нагрузка на полуосе. И... опачки! Первый ручей. Я же сказал! Первый ручей. Это всегда, всегда... Простите за мат. Вот теперь вы понимаете, что такое море. Я что, сейчас тоже не пройду? Это первый ручей. Здесь всегда так. Всегда так. Это такой маршрут дикий. Готово. Блин. Вот это не было бы, это бы не было так страшно, если бы я вам предыдущий говорил. Море всегда является жопой. Либо полуось, либо зубья. Ой, дурачи какие. Первый ручей. Здесь всегда уже половина людей гибнет. Первый ручей это условно непроходимое место. Вытягивать назад лебедкой. Мы сейчас. Нам надо понять, в чем проблема. Здесь это самое интересное. Проблема в первом ручье. Я говорю, здесь просто половина, дальше уже не едут. К сожалению, и мы, похоже, тоже. И здесь я разворачивался раза три. Мы обратно не выходим. Очень обидно. Дальше едем. Ты да я домой с тобой. Дальше начинается самое интересное. Потом пешочком домой. Да, недолго, блин, мы вместе проехали. Не, ну хорошо, что не клинит, да. Попробуй рулем-то покрутить, может, он на одном будет. Даже видно, как работает шрус на сжатие при повороте, видишь? Так, сейчас мне болт надо вытащить. Ага, попробуй еще вытащи его. Юр, легче было второй болт поставить, блин. Я что тебе сказал, ты что-то ответил невнятное, блин. Вова! Называется, как мы ехали домой на одном мосту, да? Кто бы, вы думали, пришел к нам на помощь, да?
Блин, да. Ну, что, сделали, проверили, вот. Значит, уже тоже результат. Это настоящее спасение болтохода. Разберем, узнаем. Либо ПЛОС, либо сателлит. Будем разбираться в гараже, смотреть что. Либо одно, либо второе. Я не знаю, Костя, ты не хочется напрягать тоже? Не-не. Ну, все, Костя пускай дальше по маршруту идет, а мы потихоньку. Как вы поняли, мы теперь остались одни, ввиду того, что испытания прошли успешно у Лома Лес. Вот сейчас будет писать в комментариях, я с вами не согласен. Даже в своих проектах я всегда говорю на первом выезде, что в первом выезде в идеале что-то отламывается. Тогда мы это чиним и больше ничего не отламывается. Но сейчас у ребят все в порядке, они починят то, что отломалось, и уже продукт в продажу поступит более подготовленным. Слушай, ну должна держаться крепко, не знаю. Да, на заднем ходу, но самостоятельно. Гараж. Парни уже раскрутили практически ПЛОС. Сейчас узнаем, что сателлит или ПЛОС. Ну что, момент истины, да? Ребята, ПЛОС целая. Все-таки усиленная. Ё-моё, он подшипник. То все. Вторую выбиваем. Полоси целые. Но мы проиграли. И это неплохо, ребят. Значит, полоси пока что держат. Держат, да. И значит, проблема в сателлитах. А для решения этой проблемы у нас есть дифференциал с преднатягом, который установлен в переднем мосту. Значит, поздравляю, у всех будут вездеходы с двумя блокировками. Передний и задний. Все, зубы сбриты. Зубья. Короче, то есть это говно все вынимаем, ставим там, диф с преднатягом, да? Да. Придется еще раз ехать ломать.